Всем привет, меня зовут Оля, и я рада видеть вас на своем канале. Сегодня мы будем с вами вскрывать одну из вариаций адвент-календарей от бренда Essence. Именно эта версия адвент-календаря стоит 29,99 евро. Обещанного наполнения нету, мы его с вами не знаем, и правда в том, что мы не узнаем точной стоимости наполнения, к сожалению. Потому что все продукты, которые мы сегодня с вами найдем, это продукты не из основной линейки от Essence, а это именно лимитированная коллекция, выпущенная исключительно к этому адвент-календарю. Также у Essence вышел еще один адвент-календарь. На момент записи видео известный, в принципе, я видела только два адвент-календаря, но, возможно, со временем появятся еще какие-то вариации адвентов. То же самое будет касаться адвента от бренда Catrice, который уже тоже ждет своего часа, и мы его с вами скоро вскроем. И пока что, например, про Catrice я знаю про две вариации, видела только две вариации, хотя, скорее всего, там будет около 6. Возвращаясь к адвентам от Essence. Второй адвент-календарь стоит 24,99 евро, и вот там уже будет классическое наполнение адвента с продуктами из основной линейки. Говоря про стоимость, которую мы сегодня с вами будем считать, она будет не окончательная, и то, что я находила стоимость классических продуктов, которые находятся в основной линейке, но бывают такие ситуации, что в рамках основной линейки продукт, скажем так, стоит 2 евро, а в рамках лимитированной условно 2,3 или же 3 евро, то есть все очень сильно индивидуально, поэтому сегодня у нас с вами будет не точная цена, а на глазок. Давайте начинать скрывать. Из особенностей этого адвент-календаря я хочу, чтобы вы обратили внимание, что он очень и очень маленький. По весу он приблизительно килограмм, может быть килограмм 100. По длине 40-45 сантиметров, по ширине приблизительно 20 сантиметров, по высоте максимум это 20 сантиметров. Есть такая маленькая особенность, что все ячейки расположены, как обычно, в перемешанном порядке. И нам придется с вами хорошо их поискать. В принципе, он выглядит, на мой взгляд, очень даже неплохо. И как какой-то милый подарок очень даже зайдет. Но самое главное, что нас с вами интересует, это наполнение. И вот теперь давайте искать ячейку под номером 1. Она находится во втором отделении. Очень маленькая, очень миленькая ячеечка. Самое главное, что теперь продукты нормально доставались. И мы с вами сразу же находим что-то интересное весьма. Правда, я сейчас буду пытаться очень долго достать этот продукт, потому что его очень непросто подцепить. Кажется, нам нужна с вами подмога в виде чего-нибудь. Достала наконец-то. И здесь у нас с вами просто мини-версия хайлайтера. Хотя это больше похоже на тени. Здесь написано, что это тени и хайлайтер для бровей. Давайте сразу же с вами сделаем маленький сводчик. Здесь такая мягкая текстура, просто нет слов. Очень мягкая текстура, и здесь нет базы. Что самое интересное, свечение здесь не яркое какое-то, не супер насыщенное, но выглядит достаточно деликатно и симпатично. Можно даже использовать вместо какого-то спаркла. И, как вы понимаете, сразу же лимитированная коллекция. Мы не знаем с вами, сколько стоят такие хайлайтеры. Можно, в принципе, считать их как тени для век. Однушки теней от Essence стоят в районе 2 евро, я еще уточню, потому что я думала, что по описанию наполнения, что это будет не тени именно, а карандаш, который подсвечивающийся для бровей, и если бы это был он, то он бы стоил в районе евро, тенюшки в районе 2. В принципе, мне пока что нравится. А теперь самое интересное. Продолжаем с вами искать ячейки. К счастью, вторая находится как раз-таки в верхнем отделении. И вот как это нормально можно вскрыть? У меня вопрос. Я не могу продавить. О, получилось продавить. Итак, ячейка number 2. Так, мне нужен мой волшебный шпателек, мне кажется. И здесь у нас с вами помада для губ в очень даже симпатичном оттенке малиново-розовый. Пахнет, кстати, очень вкусно. Немножко химозно, но тем не менее есть легкая одушка. Давайте с вами сразу же потрогаем текстуру. Вы только посмотрите на то, насколько пигментированная эта помада. Очень здорово. Такие помады от Catrice стоят вроде бы в районе 2-2,5 евро. Точную сумму вы будете видеть здесь, потому что я наизусть, к сожалению, все ценники не помню. И все было перепутано по названиям, поэтому я не знаю, в какой ячейке что находится, и подсмотреть даже не могу ценник.
Я в фоне нашла нашего с вами волшебного помощника. К сожалению, шпатель я не нашла почему-то, но берем пинцет. Тоже хороший вариант помощника. Номер 3 у нас с вами находится в самом нижнем отделении. Давайте вскрывать. Судя по размеру, здесь также может быть либо помада, либо пинцет, либо что-то схожее. Мне не очень сильно нравится то, как вскрывается упаковка. Она, во-первых, сразу рвется, а во-вторых, она нелегко идет первое время особенно. Слушайте, я угадала. Здесь лак. Лак для ногтей, и в этом случае это матовая версия. Кстати, красивый цвет, матовый, нейтральный такой, приглушенно-розовый. Я бы даже сказала пастельно-розовый оттенок. Говоря про лаки. Если вы первый раз на канале, то лаками для ногтей я не пользуюсь, и я не пробовала никогда ни лаки, ни от Catrice, ни от Essence, поэтому я не тот человек, который вам может рассказать про качество лаков. Стоимость лаков у Catrice в районе 2,5 евро в зависимости от формулы. И плюс еще все сильно зависит, является ли коллекция лимитированной или же нет. Лимитированная коллекция чаще всего стоит немного, но дороже. Номер 4 я уже видела, и он находится у нас с вами в самом начале. По размеру я бы сказала, что здесь, скорее всего, будет кисточка. Но это не точно. Давайте с вами проверять. Вернее, рвать и ломать. Угадала? Я угадала. Это кисточка, но давайте проверим, что за она. Так, тоже лимитированная коллекция. Она очень маленькая. Вот. Для сравнения, классическая кисточка и кисточка-лимитка от Essence. Ворс, в принципе, относительно неплохой, но это все синтетика. Кисти от Essence тоже в зависимости от какой конкретной кисточки или же от того, лимитка-не лимитка, могут меняться по стоимости. Лимитки чуть-чуть дороже, они стоят в районе 2,6 евро. А классические коллекции, классическая, вернее, коллекция стоит, по-моему, 1,6 евро в зависимости от кисточки. Там разница меняется буквально на 10 копеек. Номер 5, кстати говоря, находится здесь же, и поэтому давайте его с вами сразу же пытаться вскрыть. И здесь, ой, какая красота, смотрите, как красиво оформлено. На самом деле, за что я люблю вот эти вот лимитированные календари, здесь классно проработана история, классное пересечение упаковки и наполнения. И здесь у нас с вами фиксатор для бровей, здесь 4 мл. И, кстати, забавный факт, я не пробовала никогда фиксаторы, именно фиксаторы для бровей от Essence, так что как-нибудь с вами попробуем. Пахнет, как обычно, невкусно. Фиксатор, щеточка здесь, ну, очень маленькая. Будет ли фиксировать, знаете, очень хороший вопрос, потому что консистенция такая слегка водянистая. Ну, да ладно. Номер 6 находится здесь же. Я уже думала сейчас в фоне повырезаю поиск номера 6. Но нам с вами повезло. Я тут, правда, страдаю, когда их вскрываю. О-о-о, пудра. Пудра, спойлерю, но для начала надо эту пудру еще как-то достать. Из плюсов, они вот в таких вот продуктах, в крупных, делают дополнительные выемки, чтобы вы могли подхватить как-то продукт. Потому что некоторые адвент-календари об этом не заботятся и приходится выковыривать продукты. Здесь у нас с вами обычная, классическая белая пудра. К сожалению, помол здесь... Вроде бы и ок, но заходит пудра в текстуру и, значит, будет подчеркивать какие-либо там, скажем, шелушения или же расширенные поры. Не пахнет. Интересно, а тени пахнут? Стоимость пудр от Essence в среднем в районе 3 евро, в зависимости от упаковки. Но тут тоже есть такой момент. В классических версиях пудры обычно около 8 или 7 грамм, а здесь у нас с вами всего лишь будет грамма 3 или 4. Не угадала, целых 5 грамм здесь продукта. Мы с вами уже пробовали, либо в ближайшее время будем пробовать продукты, оставшиеся из адвент-календаря 2022 года. Я не уверена, какое видео выйдет раньше, распаковка адвента или же обзор один с первым впечатлением. Там как раз будут продукты от Essence из лимитки, из адвент-календаря 2022 года. И хочу я вам сказать, что вот эта пудра мне нравится больше, чем из адвента прошлого года, потому что она тоньше по помолу. Но с другой стороны, та пудра была мозаика, а это уже классическая белая, и, конечно же, она будет выбеливать лицо. Без этого вот просто никак. Будет на зиму, либо же, в принципе, кому-нибудь ее отдам.
Номер 7. Ищу фоне. Достаточно быстро нашла, он находится во втором отделении. И вскрываем. Здесь тоже будет у нас с вами что-то крупное, но неинтересное. Очень неинтересное. Это наклейки, которые еще надо подцепить. Наклейки на ногти, на глаза, куда хотите. Уточняю, это именно наклейки на ногти. И они стоят 1,69. И нету разницы, лимитка это или нет. Вот все такие наклейки у них стоят 1,69. Стразы на лицо или же стразы на ногти могут уже разниться в цене и могут стоить немножечко дороже. Номер 8 находится в последнем отделе. И это что-то очень длинное. Надеюсь, мы легко его вскроем. Похоже на карандаш. Карандаши, сразу же говорю, стоят, если это восковые продукты, 0,99 евро. Вот этот ценник, я знаю наизусть. Это что-то восковое. Transparent Lip Liner. Окей. В принципе, этот продукт можно использовать для того, чтобы ваша помада не утекала. Но скажу честно, я таким не пользуюсь. Да, он тоже будет стоить в районе 8 евро. Упаковка симпатична, кстати. Где, интересно, сделан карандаш? В Бразилии. У них просто есть такой интересный момент, что некоторые карандаши производятся в Бразилии, некоторые карандаши производятся в Германии. И в лимитках очень часто, и вот в таких адвент-календарях, очень часто карандаши бразильского производства, а не немецкого. Номер 9, и наш адвент-календарь все больше становится похож на нечто страшненькое. Опа, блеск для губ. И этот блеск чем-то похож на их знаменитый блеск, господи, как же он называется? Juicy Bomb. Давайте сразу же понюхаем. Может, и запах похож. Вау, он пахнет как апельсинка. Или смесь чего-то апельсиново-мандаринового. Очень вкусно. Блески стоят в районе 2 евро. Иногда там 2,29, иногда 2,5, в зависимости от того, какой это конкретный блеск. Пахнет просто бомбически. И если вы пробовали блески Juicy Bomb, если вы не знаю, или вернее, если вы их не пробовали, то не очень даже ничего. Номер 10, и он, кстати говоря, у нас с вами здесь же находится, поэтому, не отходя от кассы, вскрываем. Пытаемся, вернее, вскрыть. А тут не очень. Это стразы на ногти или же на лицо. В принципе, в рамках каких-то цветных макияжей я их использую. И они сами по себе очень даже неплохие. Плюс это самоклеющиеся продукты, и их не нужно наносить на клей для глиттеров. Если, или же просто на клей, если вы вдруг никогда не пробовали приклеивать стразы в рамках макияжа, то берите просто обычный клей для ресниц, и он отлично держит. Вот такого рода стразики стоят. Они в районе 1,69. Переходим к номеру 11. Он тоже находится в первой ячейке. И он очень длинненький. Возможно, у нас с вами здесь очередная кисточка. Тоже, скорее всего, исходя из того, что я тут подсмотрела. Так. Вопрос в том, какая именно эта кисточка. Но то, что это кисточка, это 100%. Для бровей стоит тоже в районе 1,69-1,8 евро. То есть тут тоже не стоит останавливаться. И, кстати, очень симпатичные ручечки здесь. Из минусов, конечно, все очень быстро облезет, к большому сожалению. Номер 12 у нас находится с вами в самом низу. Ставлю на лак для ногтей. И что также в номере 21 у нас тоже будет с вами лак для ногтей. Потому что они так ровненько идут рядышком друг с другом. Ау! К сожалению, картон залез под ноготь, и это очень больно. Так, давай скрывайся. Лак для ногтей. Адвент-календарь, конечно, после вскрытия выглядит очень сильно непрезентабельно. А красивый винный оттенок. И тут у нас с вами мини-шайнин Nail Polish. То есть в этом случае у нас уже с вами есть легкие блестки. Это полусатиновый оттенок. Из нюансов хочу также обратить внимание, что в таких лаках чуть меньше продукта, чем в классических версиях. Также стоит в районе 2 евро. Это у нас был номер 12. Сейчас буду искать фоне номер... А, нет. Я нашла номер 13, даже в фоне не надо его искать. Он находится здесь же, очень большой. И надеюсь, что здесь будет что-то безумно интересное. Но... Маска. Это маска для лица, увлажняющая. Честно сказать, даже не знаю, сколько она будет стоить, потому что это именно одноразовая маска. У них есть тканевые маски тоже, как и у корейцев. И, по-моему, они тоже произведены в Корее. Это, кстати, где сделано? Итальянская маска. Слушайте, здесь у нас с вами прям разнообразие по
производству, потому что Польша, Бразилия у нас с вами была, у нас с вами есть Италия. Скорее всего, кисти это Китай. А где сделан фиксатор для бровей? В Польше. А помада? Помада, наверное, тоже в Польше, скорее всего. Нет, помада как раз-таки китайская. Так, ладно, едем к номеру 14. Номер 14 у нас с вами находится в самом начале. И тут крупная ячейка. Возможно, здесь какой-нибудь хайлайтер. Потому что в прошлом году мы с вами находили хайлайтер. Нет, это не хайлайтер. Это что-то другое. Это... Да ладно. Серьезно? Это то, что я думаю? Это трафарет для рисования бровей. О, боги. Ну, ладно. Окей. Ну, вот это вообще бесполезная вещь. Около евро будет стоить полтора. Double wing. Можно разное рисовать. Ну, блин. Ну, вот это фигня. Я согласна с наклейками еще. Еще неплохо. Но вот это вот ерунда. Так, ладно. Не расстраиваемся. Едем дальше. Номер 15. А, кстати, он тут же находится. Возможно, тут тоже кисточка. Угадала? Нет, здесь у нас с вами карандаш. Поэтому я не угадала. Красивый. Тоже бразильский. Бразильский? Да. Сделан в Бразилии. И это белый каял. Каялы... У них не самофиксирующиеся, это именно восковые продукты, они не стойкие, но цвет, посмотрите, насколько белый, насколько интенсивный и сильно пигментированный. И бразильские карандаши, если вдруг они у вас попадаются, очень даже неплохого качества. О, есть еще одно интересное наблюдение. Смотрите, у нас с вами есть розовая стилистика и оранжевая стилистика, и это касается всех продуктов. Интересно, интересненько. Так, это был номер 15, номер 16, который у нас находится с вами в самом низу и который, ну, очень и очень маленький. Надеюсь, удаленький. Не очень удаленький. Совсем не удаленький. Это мини-крабик для волос. Вот такой вот мини-крабик. По ощущению, он, конечно, приятный и слегка как будто бы велюровый, что ли. Ладно, не велюровый, прорезиненный он. Это как бы здорово, но заколки для волос у них не продаются. Если бывает, то это какая-то лимитка. Я даже не представляю, сколько он будет стоить. Навскидку можно взять 2-3 евро. Но вот это, честно сказать, ну так себе. Ну ладно, ладно, пускай будет так. Номер 17. Мы с вами снова возвращаемся в самое начало. Хайлайтер. Хайлайтер. Должен быть здесь хайлайтер, потому что под номером 6 у нас с вами была пудра. Я угадала. Я угадала, и здесь находится именно хайлайтер, который я сейчас буду пытаться... Аж сердце в пятки ушло. Не падать, пожалуйста. Не падать. Да. Хайлайтер, в общем, производство Польша. Значит, качество уже очень будет хорошее. Ой, какой он симпатичненький. Текстура очень мягкая, оттенок золота. Это именно золото и без базы, ко всему прочему. Когда у нас продукт без базы, мы с вами очень сильно радуемся. Это значит, что мы его видеть особо сильно не будем. Но оттенок подойдет на теплый нейтральный потом. Лучше, конечно же, на нейтральный. Несмотря на то, что здесь нет базы, на очень светлой девочке, на белоснежке, такие оттенки могут выглядеть просто как нечто желтое и смотреться так себе. Хотя, можно использовать просто как цветной хайлайтер, тоже будет неплохо, если вы это впишете в макияж. Номер 18 и также номер 19 находятся во втором отделении. Смотрим. Под номером 18 кроется что-то очень большое. И не очень интересное. Похоже на пилочку для ногтей. Так есть. Пилочка для ногтей в виде сердца. Точно пилочка? А то, может, я не так поняла. Да, это пилочка в виде сердца. С одной стороны блесточки, с другой стороны классическая пилочка. Ну, честно сказать, уж лучше по обычную пилочку положили. Ну, это не очень тоже. Ладно, номер 19. Так, номер 19. Маленькие. Очень маленькие. О, оранжевенькая. Что-то очень оранжевенькое, очень милое. Скорее всего, будет пахнуть. Апельсинка с мандаринкой. Это масло, вернее, даже бальзам для губ с шиммером, с блесточками. Боже, пахнет очень вкусно, но, честно сказать, я не уверена, что он будет прям каким-то супер увлажняющим. Интересная лимитка, но я пока трогать не буду, наверное, кому-то отдам.
или подарю этот продукт, потому что мне бальзамов вечно очень много. Так, номер 20 теперь ищем. Судя по всему, он в самом начале. Не угадала. Подождите, где у нас номер 20? А, все, нашла. В самом конце номер 20. Кисточка. Я буду очень удивлена, если я не угадала. Кисточка. Посмотрите, какой он. Извините. Маленькое отступление. Так, да, кисточка. И это кисточка лайнер. Они у Essence, ну, так себе. Они очень мягкие. И опять-таки здесь у нас с вами синтетика. Цена кисточек, вернее, классическая, как мы уже с вами обсудили, в районе 1,6. Номер 21 находится здесь же. И это последняя ячейка последнего отдела. И здесь у нас с вами лак для ногтей. Я даже отрицать этого не буду. И я сразу же подцепила все. У нас с вами на обратной стороне после вскрытия также есть легкие надписи. Но они, ну так, из разряда self-care, my priority for day. Типа, уход за собой — это мой приоритет на сегодня. Так везде. А, это своего рода даже легкие отсылки к тому, что внутри. Тут, например, у нас была fun. What I'm having when trying out new hairstyles. Отсылка к крабику для волос. Ну, окей, ладно. Так, закрывайся. Лак — это не просто лак, это именно матовый топпер от бренда Essence, конечно же. Ну ладно, окей, ладненько. Номер 22, и мы уже очень даже близки к концу. Так, пытаемся опять вскрыть, не повредив все остальное, но повреждается все, включая мои пальцы. Что-то маленькое. Ау! Опять залезла мне под ногу. Неприятненько. Вот как это цеплять-то? Так. Та-дам! Ну окей. Кстати, очень маленькие. Господи, я забыла слово. Пинцет. Это маленький пинцет для волос, для бровей, для волос. Ну да, для волос. Он немножко жестковат и он очень маленький. Это на самом деле минус. Удобнее, когда пинцеты побольше, так просто комфортнее их держать в руке. Эти, в принципе, хороши брать с собой куда-то в дорогу. Да, у Essence также есть пинцеты, но вопрос, конечно, будет вкусовщины. Номер 23 у нас с вами очень большой. Мне даже интересно, что будет под номером 24. Так, скрываем. Патчи. Патчи, и у нас с вами снова оранжевая стилистика с апельсинками. Это одноразовые патчи. Если вы не знали, у Essence также выходят патчи гидрогелевые. Есть вот такие вот одноразовые, а есть также пачка в 30 патчей. Если честно, я не пробовала, поэтому попробую, расскажу вам как-нибудь в пустых баночках. А теперь время истины, номер 24. И тут либо, я не знаю, здесь что-то длинное. Давайте, короче, смотреть. Помада, да? Нет? Или нет? Или я ошиблась? А, это блеск для губ. Это блеск для губ, который... Ладно, это не совсем блеск для губ. Отмена. Отмена операции. Это масло для губ в лимитированном оттенке. Если вы вдруг еще не знали, то в рамках новинок осень-зима 23-24, кто бы уже мог подумать, у них вышли масла для губ, как в принципе у бренда Catrice. И возможно, это что-то очень и очень похожее. Это полный размер, конечно же, здесь 3,5 миллиметра, хотела сказать, миллилитра. Так. Ну, сейчас мы с вами, пожалуй, про все про это поговорим, но для начала я уберу вот это вот безумие. Хотя, прежде чем я уберу, давайте вот про это немножко поговорим. Скажу честно, это не очень удобно вскрывать, и если вы будете вскрывать каждый день, то вы не сможете до конца закрыть адвент-календарь, потому что вам будут мешать бумажки. Либо вам нужно будет вскрывать и постоянно все задвигать обратно. В принципе, с точки зрения того, что этот адвент стоит 30 евро, ничего удивительного, но хотелось бы, чтобы что-то было все-таки чуть более удобное.
По моим предварительным подсчетам, у меня получилось приблизительно 52 евро, а если быть точнее, 51,91. Мы с вами должны понимать, что, во-первых, у нас здесь все с вами лимитированное, а это уже говорит о том, что, скорее всего, ценник будет чуть-чуть выше. Кроме того, есть продукты, которые вообще не продаются в рамках основной линейки. Примером является, например, вот этот вот крабик. Они никогда не производят именно продукты для волос, какие-то аксессуары для волос. Да, у них есть аксессуары из разряда пинцет, что-то для ухода за ногтями в виде пилочек, но все это очень и очень относительно. Смотря на то, что у меня тут лежит на столе, я не могу сказать, что здесь все прям очень как-то вау. Опять много аксессуаров. Вот прям очень много вот таких вот аксессуаров. Больше всего из аксессуаров мне, наверное, не понравилась пилочка. Во-первых, она неудобной формы, во-вторых, она не очень такая жесткая по качеству. На втором месте, что мне меньше всего понравилось, это, наверное, пинцет, потому что, ну, он такой, из разряда декоративный. В принципе, если у вас есть ребенок, будет неплохо. И, честно сказать, смотря на этот адвент-календарь, я бы подарила его ребенку. Потому что здесь нет ничего такого сверх из косметики. И в то же время, говоря про лаки для ногтей, здесь неплохие оттенки. Но взрослому человеку, наверное, я бы не стала дарить этот адвент-календарь. По оформлению мне все очень сильно нравится. Мне нравится то, что здесь тематика двух цветов. Розовый и оранжевый. И все, что выполнено в оранжевом цвете, оно пахнет немножко апельсинкой с мандаринкой. Розовое тоже чем-то пахнет. Но, честно сказать, не совсем могу понять, что это за душка. Она сладковатая. И все. Это все, что я могу вам сказать. Есть некоторые продукты, которые действительно интересные. Например, хайлайтер, пудра, тени. Это тени для меня. Так, масло. Ну, не масло, а блеск для губ. Это очень-очень неплохой продукт от Essence. Фиксатор для бровей, помада розовая, тоже симпатичная. Масло для губ неплохо. И белый каял. То есть суммарно у меня получается из того, что у меня... А, ладно, окей, еще патч более-менее и маска. Ну, маска одноразовая, она маленькая. Ладно, пускай, пускай. То есть из того, что меня заинтересовало, получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нет, подождите. 7, 8, 10 продуктов из 14. Вот просто все остальное это не вау. Из каких-то аксессуаров. У нас с вами получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 чистых аксессуаров. Кисточки здесь не самые лучшие, поэтому я бы ради кисточек не брала адвент-календарь, я бы отнесла их тоже к аксессуарам, то есть у нас с вами получается где-то половина на половину. Три лака. Лаки по оттенкам очень даже носибельные, красивые, смотрятся здорово. Вопрос, конечно, в качестве носки. Ну и такие спорные моменты, это увлажнялка для губ. Но, в принципе, если вы любите гигиенички от Essence, то почему бы и нет. Плюс тут есть легкие блесточки. И вот эта вот штука для того, чтобы у вас помада не убегала. Но я не уверена, кто сейчас этим пользуется. Хотя, с другой стороны, можно этим продуктом немножко почищать контур. Но лучше почищать все-таки тональной основой или же консилером. Сказать, что этот адвент вот прям супер вау какой, по наполнению я не могу. Но мне понравилась упаковка, мне понравилась стилистика и мне понравились цвета, цветовое решение. То есть за это я ставлю вот это, но за наполнение, за то, что здесь очень много бесполезных продуктов, я, конечно, ставлю вот это. Как-то так. Вот, говоря про второй адвент-календарь, насколько я видела вскользь спойлеры, наполнение там получше будет ситуация. Если вы не хотите именно милый адвент-календарь с точки зрения лимитированных коллекций, наверное, стоит брать вторую версию адвент-календаря. Я где-нибудь постараюсь найти фотку наполнения вот здесь вот поставить. Там именно классические продукты, там есть две, по-моему, палетки теней, которые весьма неплохого качества вроде бы. И, конечно же, там помады. Они очень часто кладут много помад. Это нормально. Это касается тоже и Catrice. И, честно, если вам нужно хорошее наполнение, берите именно второй адвент-календарь. Если вам нужен красивый подарок, или, например, вы хотите сделать приятное вашей дочке, то берите этот адвент-календарь.
Ну что, на этом мы с вами будем сегодня заканчивать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам этот адвент-календарь, понравился, не понравился, что понравилось больше, что понравилось меньше. А, кстати говоря, когда мы с вами вскрывали в прошлом году адвент-календарь за 22 год, наполнение было плюс-минус точно такое же. И плюс-минус те же самые были продукты. Я надеюсь, это видео вам понравилось и вы нашли его полезным. Если да, не забывайте, пожалуйста, ставить пальчик вверх, подписываться на канал. Большое вам спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего дня, отличного настроения и пока-пока. Пока.